Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мир». Поль Синьяк, Сенуа, Самоа. 1899 год. Холст масла 27/35. Знаменитый французский художник Поль Синьяк, представитель неоимпрессионизма и один из основателей направления в живописи, которое названо пуантилизмом. Он прославился картинами, изображающими океаны, моря и реки. Мастер очень любил путешествовать и, по рассказам, сменил за жизнь более 30 лодок. Основным речным маршрутом во Франции для него стала Сена. Из таких стран Синьяк привозил много холстов, небольших дорожных зарисовок, где главными героями была водная гладь и солнечный свет. Представленное полотно одной из известных в этой серии зарисовок путешествий художника по Сене около местечка Самоа. Характерна манера, в которой написана картина. Мастер использует крупные, уверенные, точечные мазки, удары кистью. Яркими оранжевыми и красными тонами он намечает предзакатные лучи солнца. Его вечерний свет создает костяк работы, заливая все предметы, даже синева воды, как будто затоплена густыми кремовыми, желтыми, оранжевыми и брусничными цветами солнечных лучей. Пятнами мастер увлеченно строит пейзаж. Движениями кисти пластически формирует всевозможные отражения на воде. Именно блики, их колористическая и образная трактовка по праву стали одной из визитных карточек полотен мастера. Вот такое описание к работе «Сена у Самоа», Поль Синьяк, 1899 год, описание по книге «Великий музей мира». Пока, до свидания.